кто куда, а мы в лес 9 вечером. И еще на озеро поедем. У нас ночная жизнь. Мы рано спать не ложимся. Да. Ну и поздно не встаем, я так рано встаю. Ну вот мы по пути едем мимо этого леса. Как же вот с краешку не посмотреть, есть ли подосиновый там какой-нибудь. Из одного леса мы едем. Там были. А здесь проверим, и рядом озеро. Почему ж не покупаться? Ой-ой-ой. Трясет маленько. Вот здесь почему-то проездили дорогу, а здесь росли подосиновики прямо с краю леса. Вот прямо здесь они и росли. Так было интересно. Мы здесь однажды нашли сразу 35 штук. Мы посмотрим просто с краешку вот здесь. Почему-то проехали тут все. Непонятно. Просто сниму ночной лес и поедем и дальше. Интересно побывать и здесь по пути, потому что завтра некогда. Навязались на мою голову гости, которые любят, любят гостить, любят в гости ездить. Мы издалека и на 2 дня Ромик приехал. Да ради бога, надо готовить что-нибудь вкусненькое, необыкновенное. Что-нибудь придумаем. Листья желтые кругом создают иллюзию подосиновиков, но их тут пока нет. Ой, как все тут вытоптано. Интересно, лес свалился. Вчера такая буря была, такой ураган был. Не дай бог. Ну что ж, здесь все тоже сломаны ветки мелкие. И грибов. Вот они здесь были, подосиновики тогда. Может быть, кто-то приходил и забирал их здесь. Вот. Ой, все-таки нашла какой-то гриб. Интересно, что ж это такое? Что это такое? Хороший гриб, но беру живьем. Непонятно, под березок или подосиновик. Вот еще один. Ну, это же блеск. Они здесь еще лучше, чем в том лесу. Они какие-то поджаренные, темные. Сейчас буду возвращаться. В темноте не видать мухомор. Серо-розовый, наверное. Но если он хороший, я его беру. Дожди. Это он точно. Это он. А вот это что? А это они, мухоморы мои любимые. Ой, да я тут мимо проскакала где-то. Смотри, не растопчу тебя. Это они. Скорее надо хватать их и уходить. Вон тот только. Вон еще. А давай. Этот плохой. Плохой? А вон там еще, смотри. Я здесь мимо прошла и не видела. Во. А куда я гриб свой бросила? Куда-то бросила. Смотри-ка ты. Вот они. Они мне как раз нужны. Смотри, а я не заметила, с той стороны прошла еще какой-то типа подосиновика. Смотри-ка ты. Саш, еще один подосиновик. И вот, хоть и в темноте, но клубень у него. Перепоночка, юбочка, пятнышки, как у мухоморчика. И здесь на срезе в клубне красные червоточины. Это точно. И тогда его можно есть. Вот такой гриб. Камера снимает. Ой, вот этот шикарный, смотри. Бесподобный. Я тебе сейчас его свой подам, а этот ты его раскачай и покажи. Там клубень будет какой. Ой, какой. Ну, это точно он. Бери его живьем. Обломился. Вот, обломался, да. Но он покраснеет дома. Этот тоже бери, породистый, хороший. Обломился. Нога, покажи мне самого основания ноги. Ой. Основание. Ой. Червоточины, видишь? Подожди, что-то камера моргает. Вот-вот. Вот такие должны быть червоточины. Это жемчужные мухоморы. Ура! Мухомор. Вот мне повезло. Классно. С краю леса они... Ой, какой, как боровик. Не хуже. Обрежь ему кончик. Да не чисти как-нибудь его.
Он даже еще почему-то не покраснел. Но покраснеет до дома, когда довезем. Посмотрим, а то он точно, точно. Он может не покраснеть. Сегодня хороший. Тебе пока. Ура. Набрали мухоморов. Вот здесь слева стоя, это автострада. Как бы лесная для военных была. Я тут тренировалась перед тем, как сдавать на права. А вот какое небо красивое. Небо необыкновенное. Это Ольша. Не Ольша это еще дорога от Гнездова на Ольшу. А мы на озеро едем. Ой-ой-ой, как красиво. Бесподобно. Наверное, Оля тоже снимает такую красоту. Надо на телефон снять. Сейчас сниму. Ой, супер. Озеро. Но мы здесь не одни с комарами. О, комара даже сняла. Озеро большое. Народ выезжал поздним вечером. Я поплавала.